23 часа 2 сентября 2024 года прилетел якобы Искандер. Так что я подскочила, сидя на диване в центре города, а Искандер прилетел на окраине. Ну что произошло? Разрушен частный пансионат. Погибла женщина 38 лет и мальчик 8 лет. Из-под обломков достали девочку 12 лет, 45% ожога, и мужчину 47 лет. И они в больнице. Граждане несут не носилки, дома цветы. Оставайтесь в безопасности. За мира и добра. Спасибо за просмотр. Поддержите канал подпиской и лайком и комментарием. Всем удачи.